Здравствуйте, я с вами магазин и установочный центр FrontCam. На Mitsubishi ISX установили головное устройство на базе Android от компании Canbox и систему кругового обзора 360, которая состоит из 4 камер. Передней камеры, задней камеры и боковых камер. Планшет с диагональю экрана 9 дюймов. Встает штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. Все встает без щелей, без зазоров. По проводке подключается разъем в разъем. Переставляются штатные воздуховоды, все работает, все настраивается, функционирует. Кнопка аварийки. Адаптировали с подсветкой автомобиля. При включении габаритов автоматически уменьшается яркость. Включается подсветка сенсорных клавиш. Подсветка RGB, ее цвет можно регулировать. Везде у автомобиля красная подсветка, поэтому здесь подобрали цвет под нее. Яркость дисплея можно регулировать вручную. При желании можно выключить экран. Магнитол на фоне будет работать, но экран будет выключен. Адаптировали с кнопками на руле. Можно регулировать громкость, переключать треки, переключаться между приложениями. Работает кнопка ответа на звонка, сброса звонка. И на кнопку голосового помощника мы вывели систему 360, потому что голосового помощника в данной магниторе нету. Его, кстати, можно приобрести отдельно и управлять голосом магнитолой. Ну, в данном случае установлена эта кнопка 7360, нажимаем на нее и быстро попадаем в это меню. Также на данный автомобиль еще установили видеорегистратор. Попасть в него вы сможете, нажав на специальную иконку DVR. Как видите, сюда выводится изображение. Можно сохранять отрезки видео, делать скриншоты. Здесь есть система ADAS, которая будет звуковыми сигналами сообщать о приближении спереди идущим автомобилем, либо если автомобиль отъехал, например, когда вы стоите в пробке. И также отсюда можно посмотреть ранее записанные материалы. В бардачок вывели дополнительный USB-порт и слот под сим-карту для подключения к сети интернет. Также раздать интернет вы сможете со своего мобильного устройства. Теперь более подробно о системе 360. Она включается несколькими способами, как я уже показывал, нажатием на кнопку на руле. Также автоматически при включении задней передачи она включается. И нажатием на специальную иконку на экране магнитолы. Ее, как вы видите, можно представлять в любое удобное место. Нажимаем на нее и попадаем в меню камер. Камеры можно переключать. Специальный режим 3D, можно покрутить вокруг автомобиля, посмотреть, что вокруг. Как вы видите, моделька тоже Mitsubishi ISX, но более свежего поколения. Но можно поднастроить разные модельки, поставить разные цвета. Здесь автомобиль красный, выбрали также красный цвет. Переключаемся в другой режим, именно камер. Здесь показывается вид сверху. Как вы здесь видите, маты специальные для калибровки этих камер. И можно переключаться между камерами. Задняя, боковая. Вот такой вид сверху. И как вы видите, по этому значку все 4 камеры работают в режиме видеорегистратора. При подключении жесткого диска либо флешки в USB-порт можно на него записывать всю информацию. Теперь немного расскажу о магнитоле. Здесь все преимущества Android планшета. Здесь можно скачивать приложение любой из Play Market. Некоторые здесь уже установлены. Кинопоиск, интернет-телевидение, Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор, CarLink, подключение Android Auto, либо CarPlay, Google Chrome, YouTube. Есть возможность подключить телефон по Bluetooth для прослушивания музыки, либо для громкой связи. Для громкой связи мы отдельно вывели выносной микрофон, чтобы звук был качественный. Также есть эквалайзер, вы сможете подстроить звук под свои предпочтения. Есть функция разделения экрана. Можно одновременно запускать два приложения, например, YouTube
и Яндекс.Навигатор. Все работает максимально быстро, плавно. Видеодвижение будет работать. Голосовой помощник Алиса также работает. Обращайтесь в нашу компанию. У нас вы сможете найти большой выбор различных мультимедийных систем и прочих дооснащений для вашего автомобиля. Также есть установочный центр, где наши мастера грамотно установят и настроят дополнительное оборудование. И есть доставка по регионам с постоплаты. Вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. Всем удачи!